Облачко, как голова собаки. Собачка, облачко. О, собачка. Пока бегал. Ой, куда собачка делась? Ни на что не похожа стала. Была вообще вот просто. Я пока телефон искала, уже все. Не похожа. Похожа сейчас на какого-то деда с длинным носом. Дорогие мои зрители, вас всех с Рождеством поздравляю. Те, кто справляет 25-го. В Австралии справляют и 25-го, и 7 января. Так что тут справляют все, что можно. Лампочки я еще не включила. Здесь целый день народ только бегает друг к другу по гостям. Микиса сегодня сделал тортик, правда, показать я вам его не могу. Ну ладно, уже покажу, что от тортика осталось. Ой, а там вообще... И... Слушайте, телефон, наверное, я к шее привяжу, чтобы вот в любую секунду его схватил и снял момент, потому что сейчас уже и на мужика не похоже. О, мужик голову в другую сторону повернул. О, как! Была реальная голова собаки. Как это делается? В магазине покупается корж, взбиваются сливки. Сверху помазал, залил, купил несколько пашин фруктов, тоже помазал. И сверху клубничку, хотя можете сюда, как говорится, что хотите, то и положить. Можно и ананасы, можно и какие-нибудь ягоды. Ну, в общем, остались от тортика ручки до ножки. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Микица, что? Ну здравствуй, опа, Новый год. Здравствуй, жопа, Новый год. Я тебя снимаю, чтобы ты поздравил зрителей с Рождеством, нарядила тебя, ну. Поздравляю вас с Новым годом. С каким Новым годом? Новый год еще не пришел. О. Со Христова рождения. Со Христова рождения. Рождение. Слушай, у меня такое чувство, что ты сейчас заспишь. Микица, чё с тобой? Чего сказать, Ёж? Чего сказать? Людей с праздником поздравь, ты совесть имей. Поздравляю вас с праздником. Свега нас наиболее... Sve najbolje, lepe želje, da im se sve ostvari u život. Чтобы у вас все исполнилось. Все se исполнило, что пожелали. Что вы себе пожелали. Пожелали, yes, ваш такой. Я что-то не пойму. Вроде сидел веселый, как я камеру взяла, он уже делает вид, что он сейчас заснет. Нисам спреман, мене срамота ме бре. А он говорит, мне стыдно. Стыдно мене. Я чёрный. Ребят, видите у меня, что стоит? Вот это вот. Вот это вот отрава. Только на балконе наступает темно. Да. На балконе, на улице только темнеет. Вот сюда прибегают с улицы огромные тараканы. Огромные. И сидят. И вы представляете, я что делаю? Тут же беру барьер, побрызгала. Они вроде убегают. Ага, Микеса говорит, тарабаны.
Да-да, тарабаны к нам прибегают. Два дня назад все заспреяло. Через 2 часа по-новому пришли. А купила, дорогой, заплатила за него, не знаю, 15, что ли, долларов эту отраву. И он, смотрите, что. Ну-ка, еще не пришли. Но будут очень скоро. Его, ага, и сейчас я вам еще что-то покажу. Вон у нас там какой дружок поселился. Я не знаю, он ядовитый, не ядовитый. Паутину за один вечер сплел вообще вот просто тот, как свитер. Он большой. Ой, я их не люблю. Писец, ребята. Это вообще... Видите, сколько дыма он там сделал? Сейчас промчался. И это еще Пи. Только что права недавно получил. Промчался, может, 200 километров в час. Тут такой стоял грохот на целую улицу. Ужас. Кошмар. Ага, он поехал, значит, вот там. По соседней улице. Ну как, там довольно-таки далеко. Может, сейчас назад вернется козел винторогий. Что тут? На самокатах, ребята. Прикатились откуда-то. Ну, ребят, ну это вообще ужас какой-то. В этом году очень мало почему-то лампочек новогодних у людей. А вы знаете, что сейчас было? Я зашла на ТикТок, а там была прямая трансляция Виталия из Германии. У него канал называется Хаосплац. Так что мы с ним поговорили на ТикТоке вживую. Мне было очень приятно с ним познакомиться. Хотя я его с ним и раньше общалась, но впервые вот так вот увидели в прямом эфире друг друга. Сейчас я вам покажу его канал. Канал называется Хаосплац. Виталя тоже снимает очень интересные видео, видео с находками. Так что у него тоже много очень всего интересного. Так что, ребята, можете зайти и познакомиться с Виталием. Раньше его канал назывался Тесла. А к нам только сейчас, считай, пришло лето. Днем жарко. Сегодня было, я не знаю сколько, ну, около 30. Потому что буквально еще несколько дней назад я вам говорила, что замерзла. Наконец-то я сняла зимнюю пижаму. Вот 2 дня ее уже не одеваю. О-о-о! Канал Элла Австралия поздравляет вас всех с Рождеством и увидимся очень-очень скоро. Пока, мои дорогие.